Сегодня президент Приднестровья назначил первого заместителя председателя правительства. Эту должность по представлению премьер-министра республики заняла Наталья Русанова. Как сообщает пресс-служба главы государства, Евгений Шевчук подписал соответствующий указ. Наталья Русанова поблагодарила руководство республики за оказанное доверие и отметила, что приложит максимум усилий для реализации поставленных перед правительством задач и в первую очередь по выводу экономики республики из кризисного состояния. Я вижу, что на меня возложена еще большая ответственность по реализации поставленных задач перед правительством. Задачи были сформулированы в послании президента к народу Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии с посланием уже практически разработан план работы правительства на предстоящий краткосрочный период и на среднесрочную перспективу.